Всем привет, с вами Андрей Захаров, мы уже играть в игру Лего Властелин Колец. И на сегодня Зенкарт. Та самая зона. С ним. Нашим великим злодеем. Белым Гэндальфом, хотя он не Гэндальф на самом деле. Он Саурон. Саруман. Да, Саруман. Правильно его назвать. Ох ты, опять что убита какая-нибудь. Ну да. Прибейся просто врагов. К счастью, мой меч всегда готов. Я блин, не успел. Вали! Давай. Валя. Вообще правильно Валя на самом деле. Предпочитаю назвать вещи своими именами. Хочу, так и называю. Кто не хочет, тот и. Кто не просит, как говорится. Кстати. Как нам до туда добраться? Хотя там, блин, персонаж, по идее, которого нужно будет купить, блин. Да? На самом деле, не очень-то. Это хорошо, если там персонаж. Знаете почему? Потому что мы не сможем его купить. Блин. Грима. Не можем. Надо экономить деньги. У нас как минимум 15 тысяч еще до множителя. А это уже не шуточки. А, блин, опять рукоятку искать. Не могли они без этого. По всей карте придется опять идти. Вообще, как ни странно, мы исследуем на самом деле не Зенкарт, а просто свободную игру. Это, блин, потому что куб расположен достаточно далеко, поэтому... Я думаю, может мне делать название серии, типа, свободная игра, часть 1? Не знаю. Просто правда, нет смысла делать. Я уже с этим свыкся. Ведро воды. А, ну правильно, там же пожар надо потушить. Вон, кстати, скорее всего, ручка. Да. Ручка не пришлось так долго искать. Потому... Сейчас потушим. Так. Сначала потушим, а уже потом. Наше новое бездонное ведро, любимое наше. И тебя, кстати, куда мы пришли, туда и вернулись на самом деле, да? Есть. Так всегда, куда пришли, туда и вернулись. Что нам это дало? Да ничего. Ничего нет совершенного в этом.
Все, кстати, почти накопили. Сейчас придется идти покупать его. И тогда о деньгах можно вообще не думать. Все. Да, все. 1 миллион. Да. Идем покупать. Ради этого, кстати, я сюда пришел. Так, нам нужен. Как эта зона называлась? И теперь еще вспомни. По-моему, мама... Да, вот сюда. Как раз. Сейчас берем наш любимый множитель. А после чего пойдем дальше. Да, точно. Свободный. Лучше это не зона Зенгард, а зона свободная игра, точно. Вот так и надо называть серии. Или можно, в принципе, пойти. Можно, в принципе, пойти в уровень, если хотите. Да. Таких 4, все. Наконец-то. Хотя мы уже почти игру прошли, как ни странно. Уже 84%. Включить. Все, любая деталька теперь увеличивается на 8. Это как бы маловато, все, но все равно это много. Хотя до 10 миллионов, ну, конечно, еще далеко. Все равно. Ладно, я придумал. Пошлите в уровень. Нет. Я придумал. Так, а есть какая-нибудь зона, в которую мы вообще не ходили? Ну, типа. Примерно, типа, не ходили. Просто у меня тут, считай, мне тут, считай, вот эти зоны почти тут везде остатки остались. Ну так вот эта башня Сурмана. Тут два блока. Да не считай, я все равно. Ладно. Все равно, куда идти. Пошлите в тайну. Пошлите тогда. Нет, не сюда. Какой я уровень помню? Мещера Марио. Тут как раз мы уже нашли чертеж. Он был скрытый. Как раз два минобора нашли и один предмет. Пошлите в пещеру. Заодно и денег заработаем как раз достаточно много. Теперь-то сможете. На моем уровне, откровенно говоря, осталось немного. В принципе, все уровни на 100% мы примерно зачистили. Ну, полностью на 100. Ну там остался, конечно, один, но надеюсь, он там все будет хорошо. Ну тут я помню хорошо уровень. Ну точнее, я смотрел. Тут уровень постоянно идет, там пойдет с эльфом, по-моему. Ой, с троллем драться еще, поэтому. Тут еще много чего. Кстати, это легкий набор был. Третий. Так. Ну сюда мы пока не пойдем на всякий. Пойдем в секретную комнату где-нибудь, будет многовато. Одна из трех. Рукоятку нашли. Рукоятка не то. Да нет. Это не тот эльф, который нам нужен. Блин, чувак, это не ты. Нужен нам. Нам нужен любой персонаж. Стреляющий.
ключ нужен. Сколько незначительных предметов. Я, кстати, я вижу стрелки, и там, типа, можно забраться, скорее всего. Хотя туда... Ну, раз тут нечего заменить, ну, как бы... Кстати, заметьте, мы уже 3-4 тысячи заработали. Вот видите, что силы можете... Но учитывая, что тут ничего нету, поэтому... Вот он ключ. Ой. Скорее всего, шестернёк как раз. Да. Так, ну раз там ничего нет, то... Ну, значит, нам туда не надо. Хотя туда стрелка указывает. Может, там поверху потом можно будет идти. Просто не хочется заново. Ну, хотя это начало миссии, это же пофиг, на самом деле. Если бы было середина миссии, тогда бы ладно. О, да. Мы переместились. На всякий случай не будем это дергать, потому что потом, по-моему, тролль вылезет как раз. Знакомое место, да-да. Я про него не забыл. А, да. Там же, там, вот там как раз чуть-чуть, значит, был. Так, ну этот активить мы не можем, потому что там как раз... Тут как раз будет битва с... сцена битвы с троллем, поэтому... Пока давайте не трогайте это. Пока он не вылез. То потом оно все за... Потом все застоприт, я хотел сказать. Два эстера. Так, вот среди предметов я что-то никак не вижу. Вот он, четвертый мини-китус. Это все пока легко. Так, ну учитывая, что тут мы взаимодействовать, значит, не можем ни с чем. Ну, значит, пойдем туда. Хотя кто его знает, знаете? Теперь не доверяю кому-то палку. Кстати, персонажи же тоже считаются свободной игрой, поэтому это нам тоже понадобится, конечно. Так. И вот сейчас, скорее всего, трупа. Ну или придется сбиться с ними. Кстати, интересно. Скировка врага. И что это дает? Да ничего. Бесполезная кукла, откровенно говоря. Про как пригласите? Мелодия звонка.
по сути дела, бесполезное чтиво. Мы собрали там все предметы. В принципе, можем идти. А, ну вот для чего эти грабы же нужны, чтобы я на них забыл спираться. Теперь, скорее всего, наверх надо. Да? Или нет? Так, сменим персонажа, точнее. Куда мое их поделалось? Теперь, видимо, сверху надо. Так, где лучше туши? Так, как его надо доставать-то? Да блин, стреляй уже. Куда главное его... Куда главное сбираться, чтобы ему удар... А, вон. Носите их. Уже 200 тысяч заработал. Вот ты носил мушки.
Че атаковать, не сказали. И такая все там же. Не? Почему кнопка главная для атаки не появляется? А, о, появилась. Просто надо было его внимание, значит, привлечь. А теперь самое сложное — это побег. Ну хотя не побег. А вон, кстати. Вон я уже вижу, минобор пошли. Да, то самое время же. Кстати, а где предметы? Может, дальше будет. Тут я никак не могу управлять, потому что он находится в барьере. Пока его не снимет Гендель, как бы. Мы тут ничего не сделаем. Считаю. А, другой. Так, мне надо разбить этого скелета, вдруг за него стоит. А, нет. Ну ничего. Ну он с этим не набор. Барлок. Печати зла. Искупи веков. Этот ворк не по силу. Бежим. Хорошо, только сначала минобор, а потом уже. Сначала мини-кит, а потом уже все остальное. Ну, кстати, первый. Скорее всего, это Т3 надо сломать таких штуки. Да, угадал. Не знаю от кого. Уже 316 тысяч, прям такие. Скретение пупения. Так. Нам нужен. Кстати, секретная зона. Как раз. Ничего не мог. Нельзя. Ну это достать-то ладно. А он, кстати.
прибор. Кстати, странно, что тут типа ничего нету. Прямо очень странно, согласитесь. Тут ничего нету. Зачем доставали тогда? Или чтобы вот эту прорвать и найти минобум? Тогда ладно. Просто. Шесть. Так. ДМП. Это я все делаю, КБ. Тут ничего нет, судя по всему. Да. Где странные вещи? Ну, видимо, нет. Видимо, нет. Блин, в туалет хочу. Я сказал. О, ключ от дома. Вот это, кстати, тоже предмет из Бри, который требует. О, не из Бри, а из нашей столицы. Скажем так. Просили. Так, ну, судя по всему, там ничего нет. Кстати, это второй предмет. Давайте попробуем все подравать. Приключить пока найдешь 7. Хотя там же еще будет зона, где надо будет наоборот взбираться. Именно в этом. Уровне. Кстати, что у меня 3 персонажа? Или нет, не 3. Это надо, потому что, кстати, а кого из персонажей было ведро? Я не понял. Просто по идее же. У нас же не было еще ведра. Это предмет мы туда не открыли, по идее. И кто это был тогда? Так. Вот, допустим. Нет. Ох ты. Как персонажа зовут? Пиппин. Блин, у Пиппина вообще, покуда все способности, он моряк настоящий. Он и тушит, и костры. И это. Кажется, все было логично, блин. Мы это узнаем только по конец игры. Страх Лего игры, кстати, там хотя бы подписано персонажа способности. Тут у нас все были, поэтому вопросов тут нет.
Так, туда мы пока не пойдем. Ладно. Сказал, не пойдем. Да, вот он, чечка, давно был забираться на игру. Или наоборот, снисходить вниз. Я уже слабо помню. Хотя я помню, на этом месте я остановился, когда торопился. Это не странно. Кстати, что-то стрелок как-то нету. Прям странно. Почему? А, ну вот. Вот это мы не могли. Ох ты, скома нет. О, скома мы сможете. Вот она, секретная комната, значит. Как раз. И по идее тут последний предмет. Красный, синий, зеленый. Но нам нужно найти три миннабора и один предмет. Понятно. Какая-то казино, что ли? Да, просто вот. Это, скорее всего, предмет дадут. Но вопрос, каким это сделать? Как это сделать? Какой-то граммофон, что ли? Как его останавливать, вы это прикажете. Странные таксоны, я бы сказал. Да. Что это было? Это было забавно, согласитесь. Прикольно. А, все так и начинается. Все оказалось куда проще. Это прикольный диктофон, типа, был. Ой, зеленый. Стал быстрее. А что это персонаж в том второй? Давай, давай, давай. Я ж нажал.
сколько деталей, блин, собирает, называется. Собираем. А где же последний предмет тогда получается? 9. Значит, последняя зона, когда мы взбираемся, наоборот, там что-то есть, скорее всего. Ну тут потому что и бесполезно, я так думаю, искать. Мы тут все комбинации перепробуем пока. Упс. Упали. Эх, и что делать? А, я придумал. Да, точно. А что-то упадет. Эти что-то меня подозрительно смущает. Ой. Ё-моё. Что с этим драться? Да, блин, может мы там вернемся? А, хотя по идее, да, вернемся. Он же там подерется, потом снова там. И предлагаю после этой миссии сходить купить себе персонажа. Тем не менее, нам 10 минут, как-то. Это...
самому замку. Что, еще один раз? Нет. Вот мы вернулись. Надо забраться. Кстати. А не, да не надо. Так, вон, кстати, стрелка последняя. Вот последний предмет, я, честно говоря, даже не знаю, где. В принципе, возможно, лежит. Так, просто пещерка. А, все казалось куда проще, чем я думал. Блин, пока я это уже говорю. Другой вперед. Берет художника, вот. Там, кстати, кто-то потребовался, по-моему. Все. Слава богу, миссия пройдена на 100% с первого раза. Хотя я боялся этого уровня, но... Сначала боишься, потом делаешь. 133 тысячи, хотя маловато, кстати. А, ну так, кстати, я же X4 потратил. Да. 933. Нужно, в принципе, на сегодня закончить, наверное. Хотя у нас еще много уровней, в принципе. Хотя стоп, сколько я проходил, получается 14 из 18, ну да, 4 уровня. Сын там хоббитов. Давайте сходим, хотя мне надо сначала потепортироваться. Так, самый ближайший к нему телепорт, это, ну, наверное, здесь. Да. Ой-ё. Это такой секрет был. И мне так и не нравится. Кстати, персонаж. 200 тысяч. Они ведь тоже считаются. Кстати. Тут закрыто. Просто деньги. Без ничего. Кстати, теперь, по идее, мы можем купить. Если, конечно, это то, что нам нужно. Он, кстати, быстрое строительство. В принципе, его можно купить. Его можно, в принципе, активировать на самом деле. Заодно. Ну, кстати, посмотрим, сколько процентов у нас. Хотя
Хотя, наверное, маловато, наверное, 85-86 где-то. Ну да, 86. Нужно 86 зато прошли. Так, ну все, наверное. В принципе, тут все закончили. Так что. Кстати. В принципе, можем закончить на сегодня. Окончательно, бесповоротно. Хотя нам еще, конечно, много осталось. Но на самом деле ни одной зоны такой, в принципе, не осталось, который. Там что-то не собрали. Хотя некоторые зоны все-таки остались. Но там чисто остатки добирать, поэтому. Ладно, попытаемся удачу. Ведь напоследок. Говорится. Попробую сюжет это собрать. Следам комитов. Хотя у меня так уже сервис срок 6 минут длится. Да ладно. Так единственное, это займет 5-10 минут. Да ладно. Смотрите. Еще раз посмотрю, как его надо было забирать по-настоящему. Надо было сбить другую перегородку, короче. Короче, надо было сбить другую перегородку, и тогда бы он там съел. Хотя ладно. Когда не знаешь, что будет, блин. Вот в этой игре на самом деле всегда был. Мне уже эта игра, честно говоря, разнравилась. Чисто так мне эта игра разнравилась. Хотя. Вот тут нельзя никак не перемотать. Его нельзя перемотать. Даже сюжет на самом деле, если бы я такой играл, все равно бы это смотрел. Только картинки без слов. Хотя бы со словами. А тут собираем теперь быстро. Я уже какой раз? Четвертый раз в эту миссию играю. Это приходится переиграть. Оно бы не приходилось на самом деле, я так думаю. Ну, кстати, пока так такового бага, в принципе, никакого не было. У меня вообще багов тут не было. Да и там, кстати, видимо, не было багов. Это я, наверное, просто решил, что это баг. Заметьте, у меня нету багов. Хотя мы. Так.
И теперь с этим все гораздо проще, чем вот он мне. Тебе. Травили орки, целая армия. Ну, заодно денег подсобирали хотя бы. Так, вот он, то самое проклятое место. Жордочка это называется, блин, думаю, как это называется, где сова обычно садится? На жордочку, вон, кстати, вон. Я видел. Найти ее. Здесь она. Ну, красавица, скажи, забери мне набор. А то я не знаю. Ничего. Просто мне никто не помещает. Так. Стоите. О! Сейчас пока не снимем сову окончательно, она не повлетит в сторону нашего приза. Ой. Эх, кости-то все. Все, давай. Теперь снять ее с минобора, да? Прямо какая. Я тебя сниму. Геймпад, не подводи меня в этот раз. У меня и так уже. Все, фу, бля. Ура! Стоп, почему 9? Надеюсь, это не глюк. Что-то он долго. Опять что ли? Да не издевается. Блин. Не издевается. Реально. Чё с этой миссией не так? Мне может брать... Я не могу бросить уровень. Не пройденный. Ладно, тогда попробуем сейчас в свободном режиме это и делать. Хотя, по сути, то же самое. Блин, эта игра издевается, наверное. Может, это я создал глюк, чтобы игра вылетела. Реально. Что-то уже второй подряд вылет. Не добро, это не добро. Игра уже под конец.
Правда, игра как-то издевается, мне кажется. В прямом смысле этого слова. Так, ладно, нет смысла включать. Хотя ладно. Включу-ка я на всякий. Все равно мы знаем, где именно набор. Мы не уйдем, пока не заберем его. Можете включу. Так, нам нужен. Иди, блин. Походу нельзя отрезка уровень. Сразу же включать. Приходится всю миссию, блин, заново проходить. А считай, что сюжетка, что в этот смена персонажа почти не влияет. Откровенно говоря. Несколько раз прям приходится это проходить. Если сейчас вылетит, я прям такие аж вообще. Я расстроюсь. Правду. Кстати, слово really? Вот это произошло реально. Приводится как действительно. Правду. То, что не сильно удивляйтесь. Да я знаю эти слова. Же ноги холодные, блин. Я просто хотел сегодня игру до 100% уже довести, но в итоге я прошел минимум по 10% каждый раз прохожу. Ничего она сразу же не приводит меня к этому месту. Так, чем берем? Просто надо. Я два лакирую, мы ищем. Видите, как это может быстро пойти? Уровень, считай, проходится в два касания. Блин, это уже сидит целый час. Если не сложно кодировать силы по часу, мы просто за не загружать по 20. Я должен был сегодня работу выполнять.
Так, надеемся, что сейчас не будет ничего. Так, ну мы знаем теперь, что делать, слава богу. Почти. Сейчас все быстрее заметно пройдет. Да, вот он, сова. Так, сова номер один. Сова номер один. Сейчас сколько мне минут? 9. Мне будет 15. У меня просто счетчик не активирован, поэтому по факту то кстати, если активирую его. Наборы, да, только одна стрелка. И вот он, наш мини-Никитус. Десять. Ура! Ох, не вылетело. Настроили мы этого великана. Сколько мы прошли? 3-4. Уже много уровня, считаю, на 100%. Но до конца все равно еще далеко. Похоже. Ну, кстати, ровный денег миллион. Так, ну да. Игра пройдена на 87% пока. Нам осталось где-то 24 минобора. Это, скорее всего, 2 уровня. Даже 3. Может, 3-4. Ну, 4 уровня, точнее. 2 инструкции. И при том, одна из них мы знаем где. Она, наверное... Потом, наверное, инструкции с этим мы уже никто в наборах уже забрали. 7 красных кубов, 191, но технически 219. Может, кстати, пойти ради этого события в Бриз, конечно, что-нибудь скрафтить. Но до конца как бы недолго осталось. Там еще, конечно, сайт-квест придется создать некоторые. Главное, никакого глюка не случилось в ближайшие 87%. Никакого глюка не случилось пока существенного. Везде прошли уровень 100% и все собрали. Так, что бы скрафтить? 16, 16, блин, везде по 16. Я мог бы сегодня довести игру, в принципе, до 100%, ну блин, ладно, не будем делать. Хотя мы можем пойти собирать другие блоки, в принципе, мне это не сложно. Что это за книга? Бифейная книга маскировки. Что это она дает, интересно.
У нас в основном по большей части тут под сайт-квест осталось на самом деле. Поэтому по факту-то в ближайшее время тут только сайт-квест. Ну тут кубы. Можно забрать сейчас. Давайте сейчас заберем. Хотя уже заканчивать пора. Не хотел сказать. Ну вот, желание же есть. Всегда. У меня есть желание резко всегда. Я хочу закончить, но не знаю когда. И вот это постоянно. Вот так постоянно. Хочешь что-то закончить? Нет, обязательно тебе надо продолжать. Так, это гора байти получается. Опять на горе. Где-то мой скалолаз. Или глаз. Скалолаз. Жесткий паркур, я хотел сказать, блин. Жесткий. Ну прям надо вот прям комбинацию просчитывать. Это. Так как там сформировано Devastation, там же тоже комбинацию надо было просчитывать. И паркур. Типа, прям просчитываешь за кадром, пока какая-то пластина уедет, какая-то приедет, какая-то уедет, какая-то приедет. И вот так постоянно. То это не трансформит, если ты же, слава богу. Хотя и там было лучше, откровенно говоря. Эти сундук я вижу. Хотя по идее мы в нем уже все собрали. Просто пойти взять. Это просто. Где мой второй? Ой,
Где мой второй? Пока его ждать, блин, заступлюсь тебе. Тринадцать число проклятое, поэтому пойдем. Эти, по-моему, остались, которые за замками были. Это же эта тайная лестница. А он, кстати, я отсюда вижу его. Опасный паркур. Гадун песок. Ладно, все. Не могу. Так что все, всем пока. Увидимся уже не скоро.